Так, всем добрый день. Я приветствую своих подписчиков и гостей канала. Делаю обзор очередного фредлайнера. Фредлайнер Centurik. Получается, Detroit Motor 12.7 без EGR. Десятка коробка. Такой нашумевший наш популярный самый фредлайнер. У меня по нему больше всего просмотров на канале. Вот такой вот фред получился у нас. Смотрите, зелененький. Мы сделали ему полный покрас. На этой машине что сделано? Парню очень много, безумно много сделано работы, и денег вложено здесь очень много. Мотор полностью оригинал. Гильзы, кольца, вкладыши, ремонт головки, ремонт форсунок, все вкладыши в круг. Средняя часть глушителя новая, это по памяти все говорю. Весь глушитель, вся система полностью новая. Но я покажу еще, продемонстрирую. Все амортизаторы новые. Колодки, барабаны, все в круг, абсолютно новые. Это такой же заказанный фредлайнер, повторно заказанный, скажем так. В общем, был ролик, как ходовка там все сделано уже на этой машине, как бы вот так вот. Полностью, друзья мои, абсолютно все сделано. Все. Вот такой красивый фред получился. Мы его покрасили полностью, отполировали. Получился он, конечно, ну, на вид приятный, но не идеальный. Еще раз говорю, друзья мои. У нас машины получаются далеко не идеальные. Далеко. Это 20-летние машины там, без малого, плюс-минус, все. Друзья мои, это старый фредлайнер, грубо говоря, но вот с таким приятным видом, на мой взгляд, вполне достойный фред. Красивенький. Абсолютно новая резина, вся в круг. Вот такие брызговики красивые ему повесил сюда. Диодные фонари. Все шланги тут. Энергетчи, вот смотрите. Шланги тормозные. Все тормозные краны поменял, абсолютно. Там защиты на колодке. Да все сделано. Сайлентблоки там, не все, конечно, но все сайлентблоки на полурессорах там. Вот сайлентблок там. Ну, все, что надо было. Спереди сайлентблок поменяли. Все 4 аккумулятора. Вот здесь стоят новые, парни. Все новое, реально. Вот глушитель, смотрите, вся система полностью. Так что вот такой фред. Смотрите, вот такой фред человек получает. На мой взгляд, очень классный. Очень красивый. Для своих годов, опять же скажу, друзья мои. Этот фред, у него очень большая история. Но нашелся на него свой человек. Я думаю, фред ему понравится этот. Вполне достойный вид. Здесь мы вывели ему аккумуляторный ящик заводской, вывели слева. Здесь стоял такой этот, ящик самодельный. Мы здесь вывели ему такой заводской. С той стороны поставили, сейчас покажу инструментальный ящик. Вот такой фред, смотрите. На мой взгляд, очень классно. И цвет приятный, на самом деле. Морда грозная, бампер новый, решетка новая, фары новые, вставки новые, сами зеркала на капот новые, лобовое цельное новое. Представьте, сколько здесь денег в этой машине. Подвесной новый. Блин, не знаю, там уже столько всего. Вот такой, смотрите. Вот он, кстати, это покажу, инструментальный ящик. Вот мы вывели ему аккуратно сюда. По заводскому как бы все сделали. Чтобы он тоже был, как бы он тоже не помешает на самом деле. На двигателе давление вообще там огонь. Там также блок, кстати, нарезался, забыл я сказать. Стаканы в головке новые по двигателю. Что ж у него еще тут было? Ну, блин, уже... А, фильтр вывели, мы ему колбу поставили. Сейчас покажу. Сейчас покажу, заведу, капот открою. Какие были минусы. Эта машина, я так понимаю, до нас, но он на ней ничего не делал. Такое у меня ощущение было, что предыдущий хозяин этой машины просто ездил. Вообще ничего не делал на этой машине. Вот, не знаю, вот просто. Такое ощущение, что просто вот сколько докатал, докатал, взял, продал. Вот так вот. Вот такое ощущение у меня. Мелочей просто, ну, я не знаю, там, начиная с салона, с утечки воздуха, там, заканчивая, не знаю, проводкой, там, вентилятор диффузора не было, поставили. Там клапан пневмомуфты, который должен включать выключить, вообще его не было. Он там... Так. Вот он, двигатель. Все защиты. Вот защита, все новое стоит. Поставили все новые защиты, абсолютно, полностью все. Вот такой вот двигатель. Ну, под капотом мы мотор ремонтировали на месте, поэтому как бы мы его не красили, скажем так.
Вот, видели глушитель, все новое, видите, там стоит. Силиконовые патрубки. Вот диффузора вообще здесь не было, поставили. Премуфта вообще не работала, друзья мои. Вообще она постоянно у него была отключена. Вот этот клапан уже мы ставили сюда. Его вообще здесь не было на этой машине. Перебрали компрессор. Шланг новый. Вот такая поставили колбу. Здесь стояло у него два таких фильтра закручивающихся железных. Прямо на раме. Мы это убрали, поставили вот такую мы колбу. Сейчас шланги надо разыгрывать. Ну, разложить все как положено. В общем, работы сделано безумно много. Мотор 430 лошадей. Я подключался к нему. Да, он 430 кобыл. Ничего особенного такого по мотору. Ничего не могу. Прям по тяге не скажу, что прямо там сумасшедший какой-то. Обычно 12.7 Detroit без Егера. Ничего особенного. Десятка коробка стоит у него. Обычная. Так что вот так. Сейчас заведу, покажу, как он работает. Так, вот смотрим. Сейчас заведу я его. Воздух часами держит, парни, честно говорю. Все устранили абсолютно. С полоборота вообще. Просто прикасаешься к ключу, заводится. У него, короче, смотрите, заводишь когда? Ну, муфта, видели, сейчас крутит у него муфта. Мы ее отключили, короче, дали. Сейчас из-за кондера он включил. Сейчас он думает, что кондиционер, как бы, ну, из-за кондера, как бы, сейчас он работает. Сейчас он 2 минуты поработает, отключит. Сейчас продемонстрирую, что он сам отключится. Вентилятор. Мы там дали, короче, перемкнули там фишку на кондиционере, и все. Вот так. Сейчас покажу вам его. Сиденье перетянули, кстати. Как бы тут еще мелочевка так есть, знаете, ну, сопельки, скажем так, мелочевка. Но основное все сделано. Вот так вот, смотрите, работает. Вообще не дымит, не сапунит. А чем будет сапунить, если он... Все новое, оригинальное стоит в моторе. Абсолютно. Ну как вам Фредик, друзья мои? Нравится? Пишите в комментариях, кому нравится, кому нет. Может быть, что-то не нравится, делайте замечания. Будем исправляться, будем делать. Просто хотелось бы обратиться к людям, которые хотят у нас приобрести машину. Друзья мои, вот он Фредлайнер. Средние машины плюс-минус получаются вот такие. Где-то лучше, где-то повнише, что-то хуже. Но... Технически это будет исправный автомобиль. Внешне не требуйте от меня идеала. Не будет, говорю сразу. Хорошая машина, красивой будет. Работяга будет, мотор работать будет. Все будет работать, принесли деньги. Но идеала не ждите, друзья мои. На этой машине тоже очень много косяков, на этом зеленом. Очень много. Понимаете? Но они все связаны с годами. То есть его... То, что ее эксплуатировали 20 лет. Я из нее, у меня нет таких возможностей, понимаете, чтобы делать ее новой. Понимаете, есть вещи, которые я не могу изменить. Сейчас покажу. Сейчас покажу, что муфта отключится, дождусь, покажу вам. Там просто стоит 3 минуты, как бы, да, он сейчас поработает. И отключит муфту. Такой Фред, ну, не знаю, мы с зеркала там эти рамки вот эти все покрасили. Вот эти все покрасили, зеркала эти нарастили. Ну, по заводскому максимально, как могли, в общем, сделали. Видите, вот муфта отключилась, видите? Все, муфта не работает. По приемистости, в принципе, очень приемный автомобиль. По газульке нормально, то есть едет, тянет. Но не скажу, что прям сумасшедший, друзья мои. Не сумасшедшая машина. Сейчас мы капот ему закроем. Вот такая грозная морда. Мне нравится, честно, как вот калиновские фары больше всего идут, наверное, центурику. Вот где такое ощущение. Сейчас мы...
Вот, на Центуре Калина смотрит грозно. Уже сапун там лезть не буду. Понятно, что мотор все новый, там сапунить он не будет. Вот такой фредлайнер. Тут тоже стойку красили, зеркало. Ну, честно, малярки много. Я не люблю эти покрасы, на самом деле. Мне дайте технички сделать машину. Сейчас заглушу. А, сейчас покажу давление, да, подождите. Вот оно, давление. Ну, сейчас что поймешь, в принципе. Мотор чуть уже прогретый, 45. Также круиз горный, у него все работает, я все проверял, то есть диагностика полностью, все мы сделали, все проверили. Вот так он качается, смотрите, вот здесь. Ну все, друзья мои, вот такой обзорчик, вот такой фредлайнер. Так он получился. Очень нашумевший фредлайнер. Сейчас я, наверное, заглушу двигатель. Друзья, вот он, очень нашумевший фредлайнер. По нему было очень много разговоров, много видео. Ну, вот такой, в общем, получился. Пишите комментарии, друзья, еще. Я говорю, там, что-то, может быть, будем учтем. Я читаю комментарии, правда, времени всегда не хватает, но в какой-то момент сажусь, начинаю все смотреть. Кому-то могу не ответить, извините, сразу говорю, потому что нет времени. Работы много, заказов много, машин заказанных много. Вот такую машину, друзья мои, можно спокойно, то есть, сделать с любой. В данный момент эта машина была до нас. Ну, наверное, скажу, даже ближе к состоянию такому, в плачевном, скажем, наверное. То есть, есть машины, которые, допустим, мы... Ну, берешь, делаешь, понимаешь, там, допустим, ну, нормально, вроде как и рабочий, вроде, ну, меняем, вроде запчасти нормальные, да, у нас. Ну, вот эта машина конкретно была, ну, все сделали, я не знаю, тут просто то, что человек муфту, вентилятор отключил, там, вообще просто, я пока нашел эту всю проводку, все поотрезано, там, все это лазили, делали, короче, ну, все сделали. Там много таких очень мелочей, которые я вот вижу, что, к примеру, там, человек ездил, там, допустим, на спереди сайлентблок, вообще просто там, получается, без резинки было, железо в железо. Понимаете, ну я не знаю, как так можно ездить, я вообще не понимаю, честно. Ну, он-то стоит, а, блин, 1700 рублей, это сайлентблок. Ну, пускай полторы, не знаю, там, две, у кого какая цена. То есть, я думаю, поменять его, заняло поменять его там, ну, час, наверное, поменять этот сайлентблок. Ну, суть не в этом, просто вижу, что человек на ней просто ездил и ничего не вкладывал. Эта машина была, ну, каждую мелочь лезли, очень много работы, безумно. Все, друзья, вот такой Фред, смотрите. Я обращусь еще раз к людям, которые, повторюсь, друзья мои, что, которые хотят у нас приобрести машину. Идеально не будет. Эта машина тоже не идеальна, далеко. Я не люблю, я, знаете, я люблю более технический. Это машина коммерческий транспорт, он должен зарабатывать деньги. А это эстетика, это внешние виды эти все. То, что люди ко мне говорят, там, приходят, там, придираются к этой краске. Там пыль под краской, там что-то там шелушится, там где-то полосочка, там где-то царапина. Ну, честно, я не люблю эти вещи. Это грузовая машина. Я говорю еще раз. Да, красиво. Вот что, некрасивый автомобиль? Вполне. Выделяется от всех вполне, я считаю. То есть, она не хуже, там, не знаю, она даже намного лучше, там, из многих американцев. Для своих годов 20-летняя машина, вид у него хороший. Но начинает уже лезть вот это, вы знаете, как к Лексусу новому, понимаете, там, в автосалон пришли, начинают его щупать. Но не то это, нельзя так делать. Я эти вещи не люблю, говорю сразу. Не надо мне там... Вот, и внешне приятно, мотор, все, гарантия на машину полгода, без вопросов. Как говорю, я всегда ее исполняю, без вопросов. Работать буду, даже не сомневаюсь, честно говоря. Все сделано, понимаете, все абсолютно. То есть вот так вот. Поэтому не надо краску щупать, надо просто принимать в реальность, понимаете, что 20-летний автомобиль, он новым никогда не станет. И ездить, радоваться, кормить свою семью, работать на самом красивом автомобиле. Ну все, друзья мои, вот такой Фред. Не болейте, самое главное. Остальное все мелочи жизни. Обращаюсь еще раз к следующим клиентам, кто у нас будет приобретать. Машины не новые. Так что все, друзья мои. Всем пока.